много народу, главный ресторан, вот такие вот канальчики. Программа. Смотрите, детский бассейн. Да, вот еще рестораны. Ресторанов много. И снаружи, и снутри. Так, 50 сантиметров. Проверяем. Такой подогрев. Подогрев слабенький, конечно. 25. То есть практически никакого, замерзнуть за 2 секунды. 26 максимум. Ветреное место, не совсем понятно, почему они так экономят. В Хургаде все-таки я сделаю пометку, да, обогревают бассейны. Смотрите, какой красивый вид. Альбатрос Палас. Фудкорт. Так, вот смотрите. Проходит две волейбольные площадки, купаются с масочками. Ну а здесь вот смотрите, сразу вижу с детьми песочек, очень удобно. Есть и корабль, и песок. Да, и вот такая огромная длинная пляжная. Смотрите, много рядов, вот здесь 3-4, а там 2 ряда. Огромная. Замечательно. Альбатрос Палас.